Если он верил Богу, он перестает верить в Бога. Или перестает заниматься серьезной духовной практикой. Если он не верил в Бога, он тем более перестает верить во все что-либо. Следующий признак. Человек как будто бы в забытье попадает. Такое забытье счастья обычно. Потому что Господь всегда, когда человек выбирает неправильный путь, как вы думаете, чем он наказывает человека? Если человек еще не выбрал неправильный путь, но хочет выбрать, чем Господь наказывает? Страданием наказывает. Когда Господь страданием наказывает, это значит, что ты что-то делаешь не так. Надо разобраться в этом. А вот если Господь счастьем наказывает, то это значит, что ты уже выбрал неправильный путь. Когда человек выбрал неправильный путь, Господь не страданием наказывает, Он наказывает счастьем, потому что счастье в данном случае — это проклятие. Понимаете? И часто возникает вопрос, почему многие люди, которые ведут себя плохо, неожиданно богатеют там и все прочее. Это дорога в ад. Оно идет через недозволенные вещи. Много денег, много власти лишней, много развлечений всяких. Это проклятие, это не награда. Вот если Господь не хочет проклинать человека, Он никогда ему этого не даст. Он даст ему страдания, когда он видит, что он никуда идет. Это предупреждение, страдание — это предупреждение. Это значит, Господь рассчитывает, надеется на нас. Но люди не любят страдания. Они, если считают страдания, значит, мне не надо никаких страданий, хочу счастья. Но это не касается тех, у кого действительно тяжелый период в жизни. В сердце все спокойно, но тяжело. Это не касается. Мы говорим о том, что есть еще нормальная судьба, при которой человек получает ненормальную жизнь. И причина – выбор. Потому что у нас в жизни есть экзамены, они будут проходить обязательно. Допустим, оскорбил своих родителей, оскорбил старших, оскорбил свою семью – будешь наказан. И если ты оскорбил не сильно, будешь наказан страданиями, а если оскорбил сильно – счастьем. Потому что после такого счастья будет еще больше страданий. Но бывает в жизни тяжелый период. Вот человек живет, все нормально у него. Кстати, имейте в виду, что если вы встали на правильный путь жизни, начали заниматься работой над собой, духовной практикой, то из сердца сразу выходит все самое тяжелое. Вот когда человек живет обычной жизнью, он вытаскивает своими желаниями из сердца все самое лучшее. И он постоянно хочет, чтобы у него все было хорошо, все было хорошо, все было хорошо. И у него все более-менее хорошо. А там внутри что происходит? Копится что? То, чего он не хочет видеть, понимаете? А потом то, чего он не хочет видеть, оно его грязь. И все. И ломает человека просто сразу. Поэтому в этом мире люди как живут в основном? Они живут вот, ну как бы на общей волне. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Потом бульк, человека нет. Куда-то сливают. Причина? Неправильный образ жизни. Человек не должен постоянно желать себе счастья. Он должен принимать свою жизнь. Иначе все это будет там внутри копиться плохое, потом вылезет наружу. Надо принимать жизнь. Надо побеждать судьбу принятием. Победа над судьбой означает принятие. Когда человек начинает молитву, что такое молитва? Это принятие. Человек молится, молится. Для чего он лицом к лицу с судьбой сталкивается, когда он приходит в храм? Почему люди в храм-то не хотят ходить? Потому что там совесть живет, там живет моя судьба. Я прихожу в храм, и там мне надо открыться, открыть свое сердце. А там в сердце же судьба, а она страшная, с ней тяжело. Там, может быть, мои поступки какие-то, которые я не хочу признаваться. Но ты не хочешь признаваться, все равно же за это отвечать придется. И поэтому надо все равно идти в храм, для того, чтобы открыть свое сердце, открыть себя, свою жизнь, открыть свою судьбу себе.
И сначала первое, что происходит после этого, после того, как человек начинает молитву, начинает в храм ходить, начинает Священное Писание читать, открывать себе свое сердце, начинает. Что происходит? Открывается сердце, он его открывает, оно открывается. Оттуда что выходит? Трудности. Потому что они там накопились. И поэтому человек, который молится Богу, который работает над собой, делает добрые дела, то есть разные виды служения Богу. Некоторые люди думают, что этот человек атеист. Но если человек добрые дела людям делает, о всех заботится, он служит Богу. Но неосознанно. Потому что некоторые люди осознанно служат Богу. Некоторые делают вид, что они служат Богу. Это называется лицемерие. Это плохо. А некоторые живут для Бога, они живут правильно, выполняют свой долг перед людьми, живут честно. Но они не знают, что они живут для Бога. Но Бог знает об этом. И Он помогает. Он никогда их трудные периоды жизни не оставляет закрытым для их сердца. Такие люди всегда, когда нужны трудности, они выходят наружу. Не плачьте, все будет хорошо. Вас у обоих, я вам сказал, все будет хорошо. Надо плакать. Вы бы мне не задали вопрос, если было все плохо. Все нормально. Все хорошо. Бог все решит. Не волнуйтесь. Надо плакать тому, кто не хочет задавать вопрос. Те, кто хотят, разве это плохо? Все вскрылось сначала, потом все будет решаться. А как, мы не знаем. Бог знает. Очень важно знать, что люди не хотят, никто не хочет трудных периодов жизни. Ни один человек на свете. И люди не верят, что у них будет трудный период жизни. Они не хотят и не верят в это. Поэтому, когда наступает трудный период жизни, все люди до одного говорят, что я делаю не так в жизни. Ты посмотри в свое сердце, не надо спрашивать. Если у тебя сердце спокойно по поводу своей судьбы, значит, ты все делаешь так. Но даже тот человек, который все делает так, ему придется столкнуться с трудными периодами жизни. Придется столкнуться любому человеку, по-любому. Не бывает такого, что все человек делал так, и у него не возник этот трудный период жизни. Потому что трудные периоды жизни будут приходить. Это очень сложно делать все так, чтобы вообще никаких трудных периодов жизни не было. Это возможно, такое возможно. Но для этого надо всю жизнь посвятить Богу. Вот когда человек уходит в храм, то даже трудные периоды жизни, которые возникают, это уже не трудные периоды судьбы, это его отношения с Богом. Бог на себя берет его судьбу, она не такая же. То есть в тот момент, когда должны быть трудные периоды, они будут. Но это не его судьба уже, это его отношения с Богом, и Бог его воспитывает. Мне сложно это объяснить. Но другими словами, у этого человека нет трудностей с самим собой. То есть у него трудности, потому что он выполняет свой долг, в молитве там трудности и так далее. То есть у него в своей жизни нет трудностей, у него нет такого, чтобы денег ему не хватало, ему они не нужны. Чтобы жены не хватало, ему она не нужна. Чтобы детей не хватало, ему они не нужны. Для него все дети, все родители. Он как бы живет, любя всех людей. Это более высокий уровень жизни, а трудно для него. Поэтому у него бывают трудные, но это уже испытание Бога, это другая жизнь совсем. Даже у святых людей бывают трудные периоды жизни. Они закаляют и делают еще более святыми. И так даже у тех людей, которые живут правильно, бывают трудные периоды жизни. Но когда человек начинает жить правильно, обязательно в течение года, а может быть двух, у него начинается трудный период жизни. Сначала Бог дает подарки. Ну, какое-то время, может быть, годик-два. Человек начал заниматься духовной практикой, стало все хорошо в его жизни. Они мне пишут потом, Олег Геннадьевич, спасибо вам большое. Начал слушать ваши лекции. И у меня стало в жизни все хорошо. Это значит, человек слушает лекции, это год, полтора, два. Потом не пишут. Почему? Потому что в жизни потом перестает быть все хорошо. Начинает выходить вот этот вот наружный пласт. Вышел наружу. Счастье.
Человек получил подарки, и потом дальше идет тяжелый период жизни. Как он выражается? Вот человек занимается работой над собой. Вставать рано стало тяжелее. Это не тяжелый период жизни, это просто то, что должно быть в будущем, а не вышло сейчас наружу. Это благословение. Потому что в будущем бы вышло тяжелее. Вставать рано стало тяжелее, молиться стало тяжелее, работать над собой стало тяжелее, общаться, слушать лекции даже стало тяжелее. Это означает испытание. И вот в это время, когда стало тяжелее, человек должен продолжать делать то же самое. И постепенно он на вот этом вот стало тяжелее, он чем занимается? Как закалялась сталь? То есть для того, чтобы сталь рубила волосинку, нужно ее закалить. То есть холодное-горячее. Сначала горячее, да? Это счастье Бог дает, а потом холодное. Он дает трудности, и человек через трудности проходит, преодолевает и становится закаленным. Что значит закаленным? Это значит, что его не воют из равновесия радости и печали этого мира. Скажешь, что он становится бездушным, что ли? Нет. Когда человека не выводит что-то из равновесия, это не значит, что он становится тупым и таким, знаете, как камень. Когда человек ничего не выводит из равновесия, он становится глубоким. Он начинает любить глубоко, спокойно, спокойным сознанием глубина находится. В спокойствии находится глубина любви, глубина отношений, в спокойствии находится. Спокойствие означает способность переносить свое, потому что все люди, которые не могут свое переносить, они зациклены на ком? На себе. А если человек зациклен на себе, он может любить? Ему некогда, он занят собой. Как он будет любить. Он наоборот смотрит, меня любит или нет. Вот как оценить человека такого человека? Он смотрит, он меня любит или нет. Не сам пытается любить и оценивает себя с этой позиции. Я люблю этого человека или нет? А он меня любит или нет? Вот так мы живем.